Друзья, всем привет! Вы снова на моем канале. Меня зовут Алина. Начала вязать вот из такой пряжи. Овечья шерсть, тройная нить. Очень теплая, очень мне нравится. Вяжется очень легко и быстро. Вяжу тапочки с ледочки. Набрала 48 петель, сформировала аккуратную квадратную пяточку. И начала вязать тело с ледочка до мысочка. Вязание идет классической лицевой гладью. Видите, здесь лицевая гладь снутри выглядит вот так. Изнаночные петли. Это у меня первая пара. И начала вязать сегодня уже вторую пару. Со второго клубочка набрала 48 петель на спице. Вот. И здесь начала формировать следочек. Начала формировать пяточку. Здесь у меня лицевая гладь, внутри у меня изнаночная. Вязание идет на четырех спицах лицевой гладью. Точно так же сформирую пяточку и дальше буду вязать тело с ледочка до мысочка. Вот такие вот у меня планы на сегодняшний вечер — довязать пару следочков из овечьей шерсти. Друзья, кто не подписан на мой канал, подпишитесь. Поддержите мой канал лайком. С вами была Алина. Увидимся.